Саш, ну покажи, что у тебя тут получилось. Вот тут мы заливаем воду в трубу. Так. Тут у нас канал такой, втекает в канал. Тут мостик такой, сам придумал. И впадает через трубу в озеро. В озеро, потом отлично. Из озера течет опять в трубу и потом в канал. Вот в одну трубу, в которой можно открутить крышку. И прочистить засор. Отлично. По-моему, отличная задумка. А это что? Падает тоже в озеро. А это наблюдательный пункт. Понял. Он может сам наблюдать. Так. Дальше. Вот тут у нас из озера в канал впадает. Канал, идем. Потом в трубу. Так, это у нас поворотный отвод. Поворотный с накидной отвод. Гайкой. И впадает в водохранилище. А сверху можно еще налить воду. И еще сюда можно налить воду сбоку. Понял. А внизу есть дырка. И туда протекает, и снизу протекает водохранилище. Ну, по-моему, круто. Долго делал? Конечно. Весь день почти залило. Весь день. Но оно того стоило, мне кажется. Да, почти весь день. Все, пора воду закрывать. Как думаешь? Думаю точно, а то у нас тут уже перебор. Водохранилище заполнено, перекрывай воду.